Предприниматели смогут менять налоговый режим каждые полгода, а не раз в год, как это было раньше. Верховный совет принял изменения в закон. Есть потребность предпринимателей переходить либо с одного режима, либо с патентной системы налогообложения на упрощенную, либо наоборот с упрощенной пробовать работать в форме юридического лица. Они пробуют, они понимают, что может быть что-то неудобно, где-то не получается, и может быть готовы вернуться назад в упрощенную систему для удобства, для мобильности, чтобы предприниматели могли пробовать и начинали развиваться с малого и переходили в совершенно уже другие формы развития предпринимательской деятельности. Чтобы перейти на другой режим налогообложения в следующем полугодии, нужно заранее сообщить об этом в налоговую, не позднее 31 декабря. Тогда можно сменить режим с 1 января или до 30 июня, чтобы перейти с 1 июля. При этом предприниматель должен минимум полгода проработать в режиме, с которого собирается переходить. Закон приняли сразу в двух чтениях. Он вступит в силу на следующий день после подписания президентом и официального опубликования.